Всем привет, друзья! Конечно же, я опять в лесу. Я сегодня вышла на разведку. Морозы делают свое дело, и все-таки ночные заморозки нам говорят о том, что грибов в лесу сейчас практически нет. Все отчеты, в принципе, нулевые. Где-то что-то там, единичные случаи какие-то, грибы попадаются грибникам. У нас в основном сейчас тихо, затишье. Но сегодня выходной день, такое прекрасное теплое утро, хоть и морозное, но очень свежее. Классно в лесу, правда, классно. И птицы поют, и солнышко, и пригревает так. Морозец на солнышке оттаивает, превращается в влагу. Все очень красиво, все волшебно. Такой вот настоящий лесной релакс. Но, тем не менее, нам не сидится дома. Мы хотим найти что-то в лесу. Да даже если мы что-то не найдем, каких-то грибов, я думаю, все равно найдутся, потому что нам всегда удача улыбается в лесу. Лес нас любит, поэтому будем искать, конечно же. Даже несмотря на то, что их будет сегодня очень мало, потому что все-таки ноябрь, морозы, дневная температура у нас не достигает больше сейчас 10 градусов, ну и ночная, естественно, доходит до минус 3, до минус 5 где-то. Но это я говорю про Краснодар и окрестности, потому что мы опять находимся недалеко от Краснодара. Далеко сейчас ехать нет смысла, потому что грибная обстановка везде сейчас, в принципе, одинаковая. Лес меняет, меняется природа сейчас в лесу, и грибы, соответственно, тоже. Осенняя пора грибов ушла, и на смену ей идет зимняя, наша зимняя пора грибов. Поэтому, что будет сегодня в лесу, какие грибы, я сказать тоже пока не могу. Возможно, это будут какие-то грибы, которые появляются на прогретых солнцем участках. Возможно, это будет в низинах где-то там, где потеплее и посырее. Но неважно, мы будем искать, будем смотреть. А что из этого получится, я думаю, вы сейчас тоже это все увидите. Ну что, пойдем погуляем вместе с нами. Обязательная часть ритуала – это угощение лесовичка. То есть вот таким способом мы задабриваем его. Кладем что-то вкусненькое и сладенькое ему, а взамен он нам даст сегодня грибочков. Да, наша первая находочка – это не один экземпляр, а два. Это осиновый груздик или сыроежка. Нет, это сыроежка. Похоже в листве на осиновый грусть. И остаток, переживший мороз, это вот такой вот подосиновичек. И он очень мягкий, такой мягкий-мягкий, как будто он, правда, вчера или позавчера вылез, но его прибил мороз ночью. И вот рядом тут еще один, смотрите. Ну да, его тоже, конечно же, прибило морозцом. Но, смотрите, грибы есть, да, вот та же сыроежка, тот же подосиновик красноголовый. Все-таки лезут грибочки, и они достаточно чистые, вы же видите. То есть, ну, сейчас-то червей уже нет, потому что холодно. Все черви ушли вглубь земли. Так что, возможно, нам сегодня тоже повезет. В принципе, это уже неплохо. Хоть что-то. Ничего себе находочка. Интересно, кто же это? Кто этот молодой человек? Давайте посмотрим. Хорошенький такой. Белый, что ли? Ну да, здесь уже, конечно, не определить, что это такое. Что это за гриб. Он уже старый. Я думаю, что это был белый, который попал в заморозки. Неплохие экземпляры, да, живут здесь грибы иногда. Жаль, не выжил. Ну, как всегда, красавцы грузди. Но они тоже, конечно, уже не очень хорошего качества. Вот один, вот второй рядышком. Ну, крупноватые такие, конечно. Это второй. Тут вот третий экземпляр. Они все прям крупные-крупные такие осиновые грузди. Вот они. Посмотреть на их качество. Но они уже старые.
У них прям уже темные пластинки. Какая-то паутина под низом. Но, тем не менее, смотрите, они свежие, потому что выступает млечный сок. Брать такой гриб, конечно, дело каждого. Но мы, скорее всего, эти грибы брать уже не будем. Пускай остаются здесь. Да, еще один грусть. Прям такой классный, смотрите. Покрытый мхом. И неплохой, кстати. Сразу млечный сок пошел. Прям видно его. Ну, красивый такой прям. Хорошенький. В общем, лес говорит, сегодня груздей девчонки наберут. Ну, конечно, не то, что хотелось бы. Ну, тоже неплохо. Нормально. Тут прям настоящий лопух. Ну, давайте посмотрим, что это. Под колючками. Ну, тут староват. Еще один. Ну, вот этот более-менее еще. Этот нормальный. Классный попался. Он разламывается, да. Тоже, видите, темная шляпка такая. Гименофор потемнел. Видно, что пережил заморозок гриб. Но внутри он видно даже, что он чистенький, неплохой. Да? Так что такой тоже можно, в принципе, взять. Он уже не такой красноголовый, как был раньше. Пополним нашу коллекцию. Вот они. Остатки грибной депрессии. Видите? Когда-то это были подосиновики, а теперь это такие вот грибные цветочки, ромашки. Просто полопались. Ну, а вот и доказательство тому, что грибы появляются, свежие грибы, на прогретых солнцем участках. Попробуем срезать и посмотреть, что он из себя представляет. Спрятался, он очень хорошо маскировался, то, что я нашла его в листве. Но за счет того, что его шляпка, конечно же, обладает вот таким вот ярким раскрасом. Его кто-то грыз. Но, тем не менее, грибок чистый, как вы можете это наблюдать. Чистый гименофор практически. Он практически не тронут морозом. Попробуем сейчас это все счистить, чтобы положить его к нам в ведерко в хорошем состоянии. Ну, достаточно хороший экземплярчик, я вам скажу. Это приятные находки. Поэтому не теряем веру и надежду в то, что они все-таки есть. Вот она, еще одна ромашечка. Тоже это был красавец-подосиновик, который просто высох без влаги. Просто высох. Но чистый. Чистый, видите? Красивый, как шишкогриб. Знаете, да, есть такой гриб? Шишкогриб, он так и зовется. Очень похож. Но это подосиновик, конечно. Интересный такой. Нет, вы это видите? Вы это видите? Какой большой и, возможно, даже сочный свежачок.
Ну, такой плотненький прям. Классный. Попробуем его срезать. Мне кажется, он будет чистый, хороший. Да, ну что, хороший. Отличный, можно даже сказать. Возьмем. Рыжики попались. Вот такие вот красавчики. На одной полянке. Давайте посмотрим, что они из себя представляют. Ну, этот прям хороший. Прям хорошенький. Прям красивенький. Этот рыжик не спутать ни с чем другим. Ой, этот какой сочный вообще. Такой вот красивый цвет у него. Оранжево-розоватый, можно назвать. Ну, классный. Их тут получается раз, два. И вот такой вот самый жирный среди них. Третий. Вау, он прям немножко аж позеленел, видите? Потому что сосна рядышком. Хорошие экземпляры, чистые, прям на удивление. Здорово. Очень-очень-очень прям приятненько такие вот грибочки находить. Грузди попались вот такие вот. Хорошие экземпляры, их можно тоже будет взять. Сразу сок млечный выступает на них. А здесь я нашла, угадайте, что в листве. А все потому, что я обратила внимание, что здесь в 3 метрах есть сосна. И вот здесь вот на бугре, получается на склоне, надо искать, конечно же, рыжики. Вот он. Ну, мне кажется, он плохой, такой мягкий. Да, он червив. К сожалению, он весь червивый. Полностью. Такой гриб мы уже, конечно же, не возьмем. Видите, все, его уже побил червячок. Поэтому его мы оставим. Тут рядышком всегда надо копать. Посмотрите, обратите внимание. Вот рядышком буквально под листочком у меня тоже разрыва. И еще один вот. Ну, он тоже червяк. Прям подсушенный. Уже испортился. Вот, смотрите, какой красавец. Свежий-свежий от меня спрятался. Сколько счастья и восторга. Он такой классный, прям вообще. Вот это я понимаю, какой сладкий малышок. Ножка такая белейшая просто. Хороший. Ну-ка. Ой, какой классный. Чистый, смотрите, какой. Просто красавец. Сделал мой день сегодня. Шляпка какая. Прям горит на солнышке. Ходим, гуляем. Грибов что-то вообще меньше стало. Начала уже ругаться, когда на тебе лесовичок такой раз. И показал тебе грибы. Они есть, но они как бы не про нашу честь. Видишь? Вот такие вот. Останки. Грибов. Лес очень сухой, но тем не менее что-то попадается, и это не может не радовать. Например, как вот такая вот находка. Он просто свежак, ребят, свежак. Попробуем. Вот это я понимаю. Вот это грибок. Зацените только. Просто шикарный. Он чистый, он свежий, он не прихвачен морозом. Он просто шикарный. След от травки остался. Пахнет божественно. Какой аромат. Вот он, какой красавец. Просто восторг. Ура! Еще один шишкогриб на солнышке. Чистый, видите, но на жаре, точнее как, на жаре. Сначала был ночью заморозок, заморозок его прихватил, а потом ветер и солнышко высушили. От этого он полопался. Но, тем не менее, мы поняли с вами, что грибы после заморозков есть. Их просто нужно понять, где искать. А искать их нужно там, где прогревает больше всего солнышко. На осветленных, прогретых солнцем участках.
Ну, так вот. Так что мы сегодня даже очень неплохо нашли. Для ноября, для холодов. В принципе, очень даже неплохо. Ну что, наша ноябрьская разведка подошла к концу. Грибы после заморозка есть. То есть вы можете наблюдать сегодня, что мы собрали очень даже неплохие грибочки. Это были и подосиновики, и грузди. Даже рыжики сегодня попались. Но, к сожалению, других грибов уже нет. А зимних пока еще нет. Но, тем не менее, мы довольны. Но мы еще, кстати, не дошли до машины, поэтому на обратном пути мы, может, тоже что-то найдем. Ну, а на сегодняшний день мы очень довольны результатом, тем, что мы нашли. То есть разведка боем дала все-таки свои результаты. Так что едьте в лес, едьте, проверяйте свои места. Все-таки каждый гриб ждет своего грибника. Всем пока, на связи. Представляете, идем к машине, подходим, а тут на поваленном дереве вешенка начинается. Вот, видите, сюрпризы какие на выходе уже. Класс. Вешенка устричная наша. Ну все, значит, вперед к берегам, понад ручьями искать вешенку.